В рамках реализации проекта «Чистая страна» активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили работу новых контейнерных площадок. «Мегабак» – это региональный проект, цель которого заключается в увеличении переработки коммунальных отходов и разгрузке придомовых контейнерных площадок. В рамках него в Подмосковье появились специализированные брендированные баки, куда жители могут вывести мебель, бытовую технику, стекло, алюминий, пластик и опасные отходы вроде батареек. Для каждого вида существует свой контейнер.